Новые поставки техники на африканский континент обсуждали сегодня в Минске. На МАЗе встречали представительную делегацию из Нигерии. Гости даже смогли протестировать интересующие модели. Это была очень хорошая поездка. Я проехал довольно большое расстояние с настоящими профессионалами. Восторженных комментариев главы нигерийской корпорации удостоился не только автобус, но и спортивный грузовик, серебряный призер «Дакар-2018». К приезду гостей на заводе подготовили экспозицию автотехники и теперь обсуждают условия контрактов. В первую очередь мы ищем самосвалы для добычи полезных ископаемых, тракторы и автомобили. Безусловно, делегацию приятно удивили и цена, и качество белорусской автотехники. Огромный плюс – это возможность подогнать ее под конкретные потребности конечного потребителя. Африканский регион и африканский континент является одним из наиболее перспективных в настоящее время для Минского автомобильного завода, поскольку техника сейчас уже по опыту Минского автомобильного завода поставлялась в Египет, в Судан, в Южноафриканскую республику. Говоря именно про Нигерию, это страна с населением более 195 миллионов человек и с одним из самых высоких темпов роста ВВП. Нигерия входит в экономическое сообщество западноафриканских государств. То есть через нее в другие страны объединения технику можно поставлять без дополнительных пошлин. Сотрудничество по такой схеме уже обсуждается с Анголой и Алжиром.